Джон! Слушай, кто он? Открой дверь! Тот, что колотит в дверь. Джон! Открой! Это мистер Эко. Джон! А зачем ему Джон. Палка с цитатами из Библии? Он священник. Джон! Умоляю, открой дверь, пожалуйста! Джон! Ты слышишь меня? Ты запер священника? Джон! Бункера. Нет, ну ты напой, я подберу. Как они смогли? Ты случайно не в курсе? Да просто взорвали. Чарли, ты мне нужен. Я снова у вас в фаворе, святой отец. Чарли, Джон заперся в бункере. И, похоже, он не собирается нажимать на кнопку. Если это так, то я совершенно уверен, что минут через 50 на нашем острове абсолютно все погибнут. Ладно, пошли. Я помогу. Тогда бежим. Скорей. Чарли мне показывал. Это должно быть где-то здесь. Где-то здесь. Ищи. О! А? У нас мало времени, Чарли. Да-да. Вот он. Ну, я же говорил. Осторожно. Осторожно. С динамитом шутки плохи. Залетишь, как доктор Артс. Осторожно. Эко! Эй! Эко! Слушай, а вдруг мы их храним? Или взорвем компьютер? Если хочешь, уходи, Чарли. Джон! Это Чарли! Давайте все обсудим, Джон! Джон! Эко очень встревожен! Откройте двери, давайте поговорим. Джон! Слушайте, Эко собирается взорвать дверь. Чем он ее взорвет? Динамитом с корабля в джунглях. Тут нужна атомная бомба. Зря надрываются. Дверь выдержит, уверен? Да. Абсолютно. Абсолютно.